Большая Балашиха Лайф. Новости. Хорошая новость. На улице Дзержинского в домах 38 и 39 установили новые лифты. Давайте посмотрим, какие они и хорошие ли. Итак, смотрим маркировку. Грузоподъемность лифта 630 килограммов и вместимость 8 человек. Действительно, лифт очень просторный, очень здесь удобно находиться, даже если едешь не один. Смотрим, здесь у нас панель с кнопками, с цифрами, с этажами. Итак, здесь можно вызвать диспетчера, можно открыть-закрыть двери, все очень удобно. Кстати, есть зеркало, в которое можно смотреться, есть различные функции, открыть двери, закрыть двери, ну, естественно, вызов диспетчера, что немаловажно. Итак, я нажимаю 12 этаж, мы проверим, как едет лифт. Ну, вроде все плавно, шума нет. И там нас уже встретит комиссия ЖКХ. Была произведена полная замена лебедки, ну, полностью оборудование лифтового, станции. Это лебедка, то есть. То есть лифт старый заменили на новый? Да, полностью. Когда все оборудование, компрессоры и тросы были проверены, члены комиссии решили спуститься вниз. Мы посмотрим шахту и приямок. Ну, здесь все, тогда пойдем. Тут нас уже встретили довольные жители. Отлично! Отлично! Это же так хорошо! А то, ну, этот вообще не работал. Это с перерывами. А сейчас прям как в сказке. Удобно, очень даже удобно. Перед тем, как открыть дверь, подает симпатичный звуковой сигнал. Теперь давайте заглянем в шахту, посмотрим, что здесь находится. Итак, мы видим новые рельсы, новые крепления. То есть это нержавеющая сталь, совсем свежая, да? Видим тросы новые, видим противовес с бетонными блоками. И там наверху уже есть кабина лифта. Посмотрите, тросы действительно очень толстые и надежные. Всего в этом году Балашихе планируют поставить около 200 новых лифтов. И в первую очередь будут менять те, которым уже больше 25 лет. Так что, возможно, и в вашем доме скоро наступят приятные изменения. Мария Кускова, Виктор Демин, Роман Суслов. Большая Балашиха Лайф. Большая Балашиха Лайф. Новости.